Раз, два, три, четыре, друзья. Магазин Джойстик с вами. И у нас вот этот ПК, который собран. Это нестандартное видео про компьютеры. Это вот, друзья, произведение совместной работы. Естественно, нашей команды. Но важно не это. Важно в том, что наши подписчики, то есть вы, дорогие друзья, стали участвовать в сборке непосредственно видосиков. И в сборке вот этих компьютеров. Вот мои магнитные сеточки любимые, тоже не могу про них не поговорить. Короче, наш подписчик дал нам, короче, конкретное задание. И мы вместе с ним изучили работы, которые мы делали. Что-то он посмотрел на роликах на YouTube. И в итоге получился вот этот вот ПК, про который мы сейчас, собственно говоря, поговорим вот более конкретно. Оперативочка вот здесь вот красивая, вот эта вот 2070. Значит, человек постарался, провел довольно-таки, скажем так, большую работу. Ну, мы там чуть-чуть помогли ему, чем смогли. И в итоге получился вот этот компьютер. Давайте разберем его. Что мы имеем на сей день в данном ПК? А имеем мы, друзья, вот такой вот процессор от фирмы AMD. Ryzen 5. Наш клиент, он собирал компьютер для игр. Ну, сейчас играют, это нормально. Вот, это ж не азартные игры, а обычные, хорошие 3D-экшены. Поиграть, получить удовольствие, пострелять перед сном. Но, помимо этого, он занимается стримами, обработкой видео. И наш выбор в данную сумму упал именно на процессор Ryzen 5 от фирмы AMD. Почему? Потому что он, во-первых, 6-ядерный, 12-поточный. Конечно, было бы неплохо и семерку поставить. Но мы бы вылезли за тот бюджет, который был предоставлен. Ну и в принципе, это золотая середина. Без излишков. Вот то, как мы любим. Видеокарта здесь от фирмы MCI, друзья. 2070, 8 гигабайт. Ну, вы знаете, други, что 70 это мощность данной видеокарты. 20 это ее поколение. Здесь мы также обнаружили вот этот великолепный комикс. Он есть полностью в Instagram. Он прикольный, короче, как видеокарту ставить, как ее настраивать. Вот, молодцы, они постарались, в виде комикса сделали. По фану подняли настроение. Потом, здесь две планочки по 8 гигабайт от фирмы Kingston. HyperX Fury серия, друзья. В таких вот красных, необычных радиаторных кожухах. Для чего? Да для того, чтобы они более планомерно нагревались и более планомерно охлаждались. Вот здесь боксовый вариант, кстати, процессора с гарантией на 3 года. Здесь великолепный блок питания от фирмы Zalman. Он находится вот здесь вот по низу, как во всех современных блоках сделано. 700 ватт, кстати, вот коробочка от него. Это 700 ватт, он, кстати, 80 плюс, 2 года гарантии на него. Великолепный блок питания. Его мощей хватит, чтобы наша видеокарта кушала столько энергии, сколько ей нужно, она была сильной и справлялась со всеми задачами. В совокупности с нашим камушком, нашим Ryzen 5. 16 гигабайт памяти оперативной, я считаю, вполне оптимально на сегодняшний день. Всегда можно, если что, будет заапгрейдиться, если вдруг такая ситуация возникнет. Операционная система будет стоять на жестком диске, вот таком вот, вернее, твердотельном диске. Вот, это SSD. Я не представляю сейчас современную жизнь компьютерную, ноутбучную, какую угодно, без SSD. Ну, в консолях можно без SSD обойтись, а вот все вот такие вот устройства, я считаю, они обязательно должны быть оборудованы данным устройством. Туда Windows ставится, какие-то важные программы. 240 гигабайт на сегодняшний день вполне хватает, золотая середина. Также здесь 3,5 дюйма стоит жесткий диск от фирмы Seagate Barracuda. Вот, 7200 RPM у него оборотов и 256 мегабайт у него кэш. Вот, потом, что бы хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить, что человек очень постарался. Даже вот материнскую плату мы брали без излишков фирмы Gigabyte, но она вот оптимальная на сегодняшний день. Вот он постарался, поднял нам настроение, нам было приятно, мы всем магазинам, в принципе, компьютер оценили. Даже вот мой друг Михаил говорит: слушай, Серый, я вот обязательно разбогатею, и говорит, я бы себе бы хотел бы такой бы ПК. Михаил, скажите, а вот чем вам этот компьютер, вот три каких-то момента, которые вам больше всего понравились?
Вот что в нем? Ну, он, во-первых, выглядит реально очень красиво. То есть, как представишь, что он вечерочком красиво освещает, как лампочка реально. Хорошо, это визуальная как бы составляющая. А в игры вы играете? А в игры я играю, правда, больше в старые, но и в новые тоже. И здесь видеокарта позволит поиграть тот же Fallout, например, четвертый, который хочу поиграть в хороших условиях. Видимо, даже на ультрах пойдет. То есть, ну, скажем так, все игры, которые меня интересуют, тот же Ведьмак попроходить, здесь можно будет отлично с этой видеокартой. Да на ультре. На ультре, Михаил, можно сейчас все современные игры на нем поиграть. Ну, видеокарта 2070. Ну да, то есть, как бы мощность, цена вполне, в принципе, разумная. И, соответственно, визуальная красота данного ПК. Вот три составляющие, которые, как бы, я тоже с вами абсолютно согласен, имеет место быть. А что еще надо? Как бы все, что нужно, он будет осуществлять, работает, игрушки запускает, выглядит красиво. Ну, как бы все, что нужно, есть. Да, и вот мы, как мы, весь магазин посовещался и решил нашему подписчику, раз это он так вот отнесся ответственно к работе и поднял нам настроение, мы решили подарить ему вот такой вот адаптер. Что это такое? Это, короче, от фирмы TP-Link, 300 мегабит у него Wi-Fi, короче, адаптер. Он втыкается в USB в данный ПК и без провода можно, короче, получать хорошее соединение беспроводное. Естественно, у него есть на этой материнской плате нормальный LAN полноценный, но человек сейчас делает ремонт дома, и пока у него как бы нет возможности провод кинуть. Поэтому вот этот адаптер будет великолепным решением в данном вопросе. Ну, итог данного видосика, друзья, то, что мы очень любим, когда к нам обращаются, вот, когда работа идет совместная, мы вместе думаем, тогда и вам хорошо, потому что вы получаете ту вещь, которую вы заказывали. Даже если вы не супер сильно разбираетесь в компьютерах, там всякие Ryzen, там еще что-то для вас, какую-то сложность составляет. Ну, мы поможем, подскажем что-то, чем знаем, поделимся. Может, что-то от вас узнаем. Вот, мы же тоже благодаря этому растем, и нам это интересно. Поэтому вы не стесняйтесь, пишите, звоните. А лучше в магазин Джойстик заходите. Мы всегда будем вам рады. Чайку нальем. Вот, подумаем, соберем хороший ПК, вот, может быть, вам наши знания какие-то или советы окажутся полезными, и мы что-то от вас почерпнем, вот, будем рады вам. Всем доброго, на этом мы прощаемся с вами, вот.